Фата Моргана, но Яката, эпизод 11 и третья арка. Ну, все еще, думаю, в начале. Так, в этот раз я не ошибусь, изучить воспоминания. Последний. Здесь был выбор. Да. Да. На истории с подарком остановились. Привет, Эбис. Будем начинать. Ну, все, давайте крутить. Ну да, то есть у нее и итальянское происхождение. Она может раскраснеться. Нам, я забыл, нам говорили, в каком именно мы городе? По-моему, нет. Ну, вообще, по-моему, произведение избегает конкретики мест, в принципе. Держи в курсе. Ну да, типа Италия в середине 19 века, такая специфичная страна. Страной назвать сложно. Все еще полноценный. А, он, возможно, даже... Ну, там же несколько островов есть. Сицилия, короче, я думаю, намекает на нее.
Да, старт хоть специфичный, но скорее положительный был. Вопросики? Видимо, не важно. Просто историю, да, рассказывают. Какая фраза ради вздоха? Странно. Да, рассказывают страшилки друг другу. Да. Это история, что на самом деле с одной из служанок. Ну, опять же, это скорее всего такая, знаете, формулировка стандартная, чтобы пугалка стала еще более пугальной. Говорили, что к ней отношения и у хозяина типа хорошее. Интересно, это актуальная сцена или все же во флешбеке слегка? Пояснила самое, что частично придумано, частично было. Б
Беатриче Гаиру. Витражное стекло. Да, да, я понял, понял. Скорее всего, это место центром является каким-то. Достаточно витраж перенести, чтобы особняк телепортировался. Ну фиг знает. Продолжаю поддерживать фату, я сдернулся чуть-чуть. Спасибо тебе, сырая вафля, за над сердечком и за поддержку в это непростое время. Да. Ну да, история каменных сердец была такая просто мистическая. В рамках даже вселенной фэнтезийного Ведьмака. Ага, окей. То есть это у нас настоящее время после разговора уже с Белокурой. Зона, которую не стоит трогать. На удивление не отступается Мария. Ну или Мария, наверное, Мария. Прошину. В растерянности. Разворот необычный. Есть
Поэтому да. Пока, мудак. Ну и мудак же ты. Так, ну, мы снова розы выращиваем. То есть это музыка прерывистая опять. Солнце. Понимаю. Интересно, чего он хочет добиться этим. Я опять же не знаю, то есть она скорее всего просто статична, и все воспринимают ее существование как норму, да, то есть, скажем так, магия, которая стирает осознавание, ощущение неправильности ее существования. А вот что с белокурой до конца непонятно. Типа, как она продолжает свое существование, при этом теряя, да, всю память. И даже изменяясь внешне, ну, типа... возрастом, да, то сейчас она старше, чем в первой арке. Во второй арке не совсем понятно. О боже, вы не помните? Было. Thank you.
вас снова зовут. Да-да, служанка не знает, как зовут ее хозяйку, конечно. Чего? Кого ждет? Правда. Оу. Что резко-то? Успокойся. Догадываюсь. Да. Конечно. Пассивно-агрессивно сам сказать, не успокойся. Кого обманывать? Кому вводить в заблуждение? Абсурд.
какое-то бессмысленное безумие. Скраски именно поэтому. До этого он уже не было таких странных идей. По какой-то причине он насолить ей захотел. Пока. Может, когда он ее разобьет на ее глазах. Немного. Ей это сейчас не помешает. Да. Главный, который...
Почему же нет? Да, если внутрь дома, то чё? Ну, они, в принципе, есть довольно юные. Не думаю, что им сильно за 20. Если вообще есть. Ну, есть, наверное, да. Я бы сказал, что Белокур чуть старше, чем обычно. Ну, Марио уж какой-то опыт есть. Стоп, а нам разве не говорили, что и 18 Белокура и где-то в начале? Я что-то путаю. В первом эпизоде ей 16. Мы точно не знаем, сколько ей лет. Во втором вроде хз. И в третьем тоже хз, да? Просто постарше, чем в первом. Точно была что-то фраза про постарше. Ну и в 19 веке уже в 16 лет особо не выдавали замуж. Нет, не было смысла уже так торопиться. В середине-то. Уж прогрессивной американской семье. Ну, не американской, но итало-американской. Ну, в плане того, что итальянец переехал в Америку. Так что, да. Еще год прошел, кстати. Так что, да, ей точно там 20, я думаю, есть. Ну, типа, понятно, что на картине, наверное, просто, типа, выглядит идеализировано, да, типа. Но возраст, типа, нейтральный, да, то есть полностью выросла, но как бы... старческих черт, назовем так, или там, что-то, что можно приплюсовать, к возрасту не было. Ну, типа, ну, да, мне тоже думаю, что, мне кажется, в таком духе идет, то есть я тоже думаю, что первая была самая молодая, вторая чуть постарше, а ты еще чуть старше. Вот. А Мария должна быть, ну, все же служанка, там, туда-сюда. Ну, правда, служанка могла начать и довольно рано. Нормально. Тема.
Ну, это типа как будто. Улыбается. Вот-вот. Я так понимаю, это комментарий служанки. Что такое? О, типа, к чему тут придраться можно, мне даже интересно. Ай, вообще ничего не сделали.
Вообще ничего, буквально. Мне все еще кажется, что, не знаю, она как-то то ли проклята, то ли сама... Ну, в плане не то, что она типа для себя несчастье несет, а то, что она сама по себе приносит несчастье, в принципе. То есть то, что она страдает в процессе, это типа всего лишь способ заставить страдать все вокруг себя. Попробуй. Классика. Ничто не вызывает так часто кратковременной злости, как игры.
какие-то проблемы с железной дорогой. А, окей. Родственники. Или нет, все-таки? Да, крупное мафиозное объединение, мафиозный клан в Италии. Особые отношения. Да, мне кажется, почему подожди целое тайное сообщество. В основном Сэм у нас же именно такого типа. Тоже итальянцы из... ну, американцы из Италии переехали. Серьезно? Реально, что? Предник.
Ну, это где, да. Просишь меня без уважения. Она досталась мне вместе с домом. Хороший вопрос. Да, вот мне тоже, вот именно, хоть как это не столь важно, это типа, знаете, вот магия, типа, не прямого прям воздействия, да, пассивного. Просто ты не будешь об этом задумываться. И если начинаешь задумываться, ты такой, а, это не важно, и просто продолжаешь жить своей жизнью. Это как, типа, в Гарри Поттере. Типа, магия, когда отвождение людей, она не блокировала им там магическое сигнал, они просто приходили такие, а, блин, у меня там, вот, точно я забыл там о каком-то деле, мне нужно вернуться и, типа, его сделать. И в таком духе просто разворачивались и сами уходили. Сами не понимая, что что-то не так. Тебе за советом? Да, очень сомнительно. Может быть, это событие происходит до танца. И именно поэтому он так среагировал плохо. После. Странно, тогда не понимаю.
Так, ладно. Если я первую запись закончу. Или до... Чёрт, я теперь не уверен. То есть... просто... Если типа это до, то как бы я могу понять, почему он... Ну, откуда вообще у него взялись эти странные мысли, когда он увидел, типа, что она надушена и танцует, и раскраснелась, и все такое, и думала, что он не вернется. Потому что на тот момент выглядел довольно странно, как-то, типа, лол, вообще на это ничего не намекает. Ну, когда вот была у него только что, если бы у него была вот прям такая вот встреча, разговор специфичный, тогда это могло бы к чему-то еще. Хоть какое-то обоснование к его этим речам резким. Ну ладно. Узнали мы в этой серии его связи, назовем так, и происхождение. Думаю, да, это все, наверное, сыграет, раз этому время уделяют. Конец записи.